З оглядом основних подій життя в області програма «Навіни регіону» у студії Кристіна Каранкевич. Вітаю вас і у гетим випуску глядіте. Зацікавлені у супрацовництві у промисловості і сфери едукації. На Могильовщині з візитом японська делегація. По праці і узнагорода білоруські енергетики підвели виніки свого уділу у сьогоднім жніві. Криштальний оловок за ліпший анімаційний фільм міжнародного фестивалю накерувався у Польщу. На Могильовщину приїхала делегація з японського города Такія. Гэта перший офіційний візит представників гэтага регіона країни заходячого сонця. У складі делегації мер города Такія, місцевые депутати, керівники будовничої організації, дитячі дошкільні установи, компанії по випуску продуктів харчування. У плане визиту знакомство с холдингом «Бабушкина крынка» и деятельностью филиала домобудования завода газетной паперы. После наведывания Могилевского детского садка номер 116 гости отзначили добрую материально-техническую базу установы и поделились, что у нас разные подходы до организации работы дошкольных установ, зато во уладковании быту японские и белорусские сады вельми подобные. Очень впечатлило само оборудование, которое здесь в детском саду находится, потому что, вот, допустим, система бассейнов и система оказания медицинской помощи детям в японских садах, она не практикуется. То есть, если ребенку необходимо дополнительное медицинское обслуживание, то он его проходит где-то в больнице либо в поликлинике, то есть в другом месте. А здесь вот именно это, прежде всего, вот, впечатлило именно наличие таких возможностей для детей там, с ослабленным здоровьем, потом именно медицинское лечение, именно лечение медицинское, такого в Японии нет. На взаимное супрацовництво у разных галинах спадзяюцца и у Бабруйску. У города на Бярэзіне з'явіўся пятый по лику побратим. Это город Иглезиас с паўднёва-усходней Сардинии. Бабруйская делегация побывала в итальянском регионе с ознаямляльным визитом, у межах якого и было подписано отповедное погоднение. И оно поклало початок сябруству и супрацовництву, отзначили у Бабруйским гарвыканкаме. Увогуле, побратимство – это самая высокая приступка у супрацовництве помеж городами, коли тесная совесть наладжена во всех сферах. Городов-партнеров у Бабруйска 29. Основанные на керунке супрацовництва – это перш-наперш экономичное, социальное и культурное. Дальше початком побратимства за Иглезиасом стал международный фестиваль «Вянок сябровства», что проходит летом у Бабруйску. Все лето на форум завитал коллектив за автономной Сардынии. Итальянский бок запросил белорусскую делегацию до себе. Культурный обмен в опытом протягнется. У початку студеня бабруйские коллективы плануют поехать с концертами у «Отказ». Так само зараз разглядается махчимость творения суместных перапрацоўшых прадпрыемства ў горадзе на Бярэзіне і разглядаюцца магчымасці ўзаемадзеяння ў сферы турызма. У аварии у Круглянском районе велосипедист отримал смертельные травмы. Как поведомили у Державтоинспекции, Volkswagen сбил мужчину, который катил велосипед у сустрэчным накерунку. С места здарения водитель иншамарки зник. У ходе плана перахоп его знайшли и затримали. Велосипедиста шпитализовали. А до отриманных телесных пошкоджений он помер у больницы. По информации ДАИ, за минулые выходные в области отбылося 4 дорожно-транспортное здарение. Выратовали на пожары. У Бабруйску горела кватера на пятом поверсе жилого дома. Как поведомили у службе 101, подчас ликвидации узгорания пожарные у одним спокою на ложку нашли 59-годового мужчину. Его вывели на свежее поветры и передали медикам. С диагнозом отручивания продуктами горения потерпелого шпитализовали. 66-годовую женщину, якая в момент пожару находилась у кватеры, так само накировали в больницу. Але от шпитализации она отмовилась. Жильцов дома не эвакуировали. Теперь специалисты высветляют причину пожару. У Бабруйском районе ушановали память майора Фомы Хвашчинского. Он загинул в липине 43-го подчас битвы под Курском. Летось у часе вахты памяти останки человека подняли пошуковые отрады неподалеку от российской вёски Ольховатка. Тады был знойден медальон с именем Фомы Хвашчинского. Згодно архивной информации, батальон, яким командовал Хвашчинский, только за один день 10 липеня 43-го отбил 12 атак. А праз некалькі дзён майор загинул. Сваякі Фомы Хвашчинского вырашили пахаваць его на радиме, на могілку у агрогородку Воротынь Бабруйского района. Я знал о том, что он погиб на Курской дуге, но ни обстоятельства его смерти мне не были известны. Даже не нахожу тех слов, которые могут выразить мою благодарность поисковикам. Мы ищем солдат, находим, и далеко не всегда удается найти родственников.
и тем более вернуть солдата на родину. А сегодня это целый праздник для нас, потому что мы вот этот круг замкнули. Международные пошуковые экспедиции протягиваются, только у Могилевской области на их лику свыше 70 вызначенных имен загинувших героев Великой Айчинной войны. Беларускія энергетыкі падвялі вынікі свайго ўклады ў сёлетні ўраджай збожжа. У шкло на ўрачыстую цырымонію ўзнагароджвання перадавікоў жніва прыехалі прадстаўнікі 15 гаспадарак рэспублікі, што ў свой час далучылі да прадпрыемстваў энергетычнай галіны. Гасцей прымала сельгаспрадпрыемства «Газавік Сіпакова», адзін з лідараў сёлетняга жніва Магілёўскай вобласці. Гаспадарка «Газавік Сіпакова» – былы калгас «Чырвоны кастрычнік». 12 год таму яго далучылі да прадпрыемства «Магілёў Аблгаз». Да інвестыцій падышлі адказна, пабудавалі новыя сучасныя комплексы, што паўплывала і на дабрабыт вяскоўцаў. Пришли люди, которые все делают по регламенту, инструкции, энергетики, газовики, все выстроено. И вот они пришли и этот порядок принесли в это хозяйство. Я же хорошо знаю одно и второе хозяйство, бывший колхоз «Победа» и «Червоный кастричник», в каком они были состоянии. Вот они пришли, его подняли, сделали инвестиции, вложили, и сегодня уже, они говорят, это хозяйство самодостаточное, и оно может работать. Зараз это сучасное сельгаспрадприемство и одно из лидеров в области. В этом году хозяйство получило рекордный урожай зерновых и зернобобовых. Это 10 033 тонны зерна. Если сравнивать с 2014 годом, эта сумма удвоилась в два раза. Зараз у господарцы працует 247 человек. До працы подыходят отказно. У кераунистве кажут, средний заработок на сельгаспродприемстве больше 800 рублей. По работе, нормальная работа, зарплата вполне приемлемая и достойная. То есть, если семью я могу свою обеспечить с этой работой. Про добрый заработок кажут у кожной из 15 господарок, что уваходит у склад Министерства энергетики. Лидера у сёлетнего жнива галинового спаборництва ушановали у Шкловским палацы культуры на святе Дажинки 2017. Андрей Шуляк, Александр Тарасов, новини региона. Звыш 50 тысяч чалавек і больш за 300 адзінак тэхнікі восеньскі суботнік у Магілёве ацэньваюць як вельмі актыўны. Ініцыятыву праявілі і жыхары мікрараёну, якія прыбіраліся ў дварах і высаджвалі дрэвы. Нават надвор'я не перашкодзіла работам. Падчас суботніка дождж прыпыніўся. У Магілёве асноўным аб'ектам суботніка стаў Паднікольскі парк. Тут працавалі гарадскія ўлады, моладзі, прадстаўнікі грамадскіх аб'яднанняў, а таксама працоўныя многіх буйных прадпрыемстваў рэгіёна. Было высаджана 550 дрэваў, гэта пароды найбольш прыстасаваныя для нашых кліматычных умоў. Як паведамілі ў гарвыканкаме, падчас суботніка ўбралі і вывезлі 7,5 тысяч кубаметраў лістоты. Дарэчы, лістоту збіраюць з прафілактычнай мэтай, каб папярэдзіць размнажэнне кляшчоў. Не толькі камунальнікі, але і мясцовыя жыхары актыўна прыбіраліся ў дварах. У двух жрэў Магілёва гавораць, што на ўборку выйшлі каля 2 тысяч жыльцоў мікрараёнаў. Феерычнай дзеяй стаў галаканцэрт закрыцця міжнароднага музычнага фестывалю «Залаты шлягер» 2017. Знакамітыя выканаўцы Беларусі і Расіі падарылі гледачу амаль трохгадзінны шлягер-марафон. Хто выканаў знакамітыя хіты мінулых гадоў, ведае Алеся Рыбалка. Ну што, сваё! Магілёўскі глядач не можа стрымліваць свае эмоцыі. Знакаміты твор суправаджаюць авацыямі. Суквецце зорак на фестывалі ўраджвае, што не твор, то шлягер, які падпіваюць мільёны. За такімі кампазіцыямі, напоўненымі сэнсу, меладычнасці і прыйшоў глядач, выканаўцы дораць іх з задавальненнем. Самые лучшие песни остаются с нами на всю нашу жизнь, и мы передаем их как самое наше дорогое богатство своим детям и внукам. Удельники ВИА «Синяя птушка», старожилы фестивалю, были на выступлении еще у 2000-м. Незменные почутки, молодость и кахание, дороть их белый теплоход, ты мне не снишься и, конечно, визитовка каждого выступления артистов. Говорили мы, а
Вось Юрий Лоза на шлягеры у першиню, але эмоции и слухач, и артист отримали самые эмоцные. Вам понравилось, как приняла Могилевская? Замечательно приняли, замечательно. Прекрасно слушали, прекрасно реагировали, все вовремя сделали. Самый хороший зритель тот, который реагирует правильно. Ваши правильно отреагировали. По-белоруску витал залу Александр Сяроу. Слухачки, конечно ж, у прочувания песни, якая дагэтуль кранае их сердце. Я люблю тебя, дарэчы, на сцену расійскі артыст запрасіў Леаніда Шырына. Музыку да яго знакамітай песні «Ты была» напісаў гэты кампазітар. І такія творчыя сустрэчы – асаблівасць «Золотого шлягера». Яны ведаюць, як нарадзіўся іх сумесны шлягер. Лёня, подойди в кадр. Я вот не удивлён, чё ты не в кадре находишься. Расскажи, как рождается шлягер. Ты должен говорить. Шлягер рождается, когда ты любишь публику и артиста. Коротко. Фейерверк эмоций. Это была масса впечатлений, приятных, положительных. Причем мы подзарядились шикарной энергией. Так что осень нам нипочем. Настроение чудесное. Это было просто, вот знаете, крылья, кажется. Я вышла и думаю, какое счастье, что я смогла вот этот концерт послушать. «Золоты шлягер» развітаўся под гімн фестиваля. Яго артисты спевали разом про незабывную музычную осень 2017-го и про будущие сустречи, яких у «Золотого шлягера» еще шмат наперадзе. Алиса Рыбалка, Александр Тарасов и Дзяніс Бутылін. Новини региона. Гран-при фестивалю «Анімаюка» 2017 отправится у Польшу. Крыштальный аловак атрымаў анимационный фильм «О, мама». Пераможцы обвестили под час урочистого закрытия фестивалю. Нагадаем, свою работу в анимационном жанре представили удельники 46 краин. От Китая до Колумбии. И каждый фильм – это особная история, рассказанная про анимацию. Журы прагледзіла 61 анімацыйны фільм. Кажуць, вызначыць лепшы было складана. Больш за ўсіх уразіла гісторыя пра сяброўства маці і сына. Хто насамрэч дарослы ў анімацыйнай стужцы, яны шукалі адказ на гэта пытанне. Будь моя воля, я бы всем дал. Потому что, зная, насколько это нелёгкий труд анімацыі. Это фильм делается месяцами, а то и годами. И даже фильм, который не вошедший там, в призовое место, в сущности, он достоин. Фильмы разные, на разный вкус и на разную категорию зрителей. Так я думаю, что могилевский зритель может найти себе действительно... по интересам какую-то программу. Анимация хороша для детей, но также она и для взрослых. Кроме того, анимация интересна с точки зрения общения. Ведь вы можете сделать фильм и рассказать понятную всем историю без использования текста. На фестиваль приехали знакомитые режиссеры-аниматоры, а так само авторы песен до ведомых сучасной дятве мультфильмов. Яны ладили мастер-классы и творчие сустречи у Могилеве Быхове Горках. На всех концертах зритель нам подпевал от начала до конца, выходил на сцену, стоял с нами, подсказывал нам то, что мы сами уже забыли, потому что мы же написали где-то около 400, музыку, более 400 мультфильмов, конечно, это много, и да. Что-то уже мы забыли. Это и смешарики, и малышарики, и Тима, и Тома, и летающие звери. Очень много уже мультиков знают российских. Белорусские, к сожалению, было не назвали мне, к сожалению, несмотря на то, что смотрят фильмы и программы. Поэтому вот этот фестиваль позволяет знакомить и с белорусскими. Анимация начинается менавіта с малюнка. Тому доброй фестивальной традицией стал конкурс выявленчего мастерства. Журы отзначило высокий уровень представленных работ. Казалось бы, их мир должен окрашен быть такими яркими эмоциональными красками. Но я увидела очень тонкие, выстроенные на каких-то нюансах, и даже, можно сказать, на монохромности. Но присутствует при этом глубина, эмоциональность и вот какое-то мироутворение. Я была поражена этому. Дарэчы, падчас фестывалю народилась идея часопису дитячей творчести. Алина Соловьева, Александр Тарасов, новини региона. Усе новини про життё в области на нашем сайте tvromogilev.by. Я с вами развитываюся. До встречи в эфире.